содержанием игры совершенно недоволен. Результатом доволен. Сказать, в принципе, нечего. Надо разбирать, надо как-то достучаться до некоторых игроков, что когда правильно играют, правильный положительный результат всегда. Но иногда позволяют себе вольность, которая приводит к глупым ошибкам и переворачивает игры. Ну, хорошо, что вовремя забили, а так очень недоволен содержанием игры. Завтра стоит ожидать от команд более осторожной и не такой результативной игры? Вы знаете, на самом деле, ну, хорошо, что много забиваем, да, но сейчас будем акцент делать немножко на другом. Поэтому разберем, поговорим, завтра посмотрим. Давно ждал эту шайбу, надеялся, что забью, старался, работал. Наконец-то это случилось. Спасибо партнерам по команде, Сереге Шамшурину отдельное спасибо. Ну, эмоции, конечно, захлестнули в момент гола. Я даже как бы не понял, что он залетел, не залетел. А потом судья показывает рукой ворота. И на меня уже все мои партнеры из пятерки напрыгивают, поздравляют. Незабываемо. Что скажешь по сегодняшней игре? Вроде много забили, хорошо в атаке играли, но немножко нервно было. Ну да, согласен. Забили аж 7 штук. Ну, потенциал у команды есть забивной, но надо лучше играть в обороне, выполнять еще лучше тренерское задание. Ну и, собственно, меньше пропускать, не приводить ошибки в голы. Как думаешь, в третьем периоде немножко после счета 5-2 как-то расслабились или так соперник сам поддавил? Ну, соперник забил 2 быстрых гола, это как бы тоже такой небольшой мандраж присутствовал, но потом выровняли игру, забили свои голы и довели матч до победы. Чего ждешь от завтрашней игры? Наверное, такой россыпи голов уже не будет? Ну, не знаю, как начнет игра складываться. Завтра посмотрим. Сейчас будем отдыхать, пересматривать игру, разбирать ошибки. Завтра раскатимся, какие-то нюансы уточним на тренировке. И ждем боевой игры хорошей.